29 ноября в КФУ стартовал ежегодный конкурс на знание иностранных языков «Полиглот», участие в котором приняли студенты неязыковых специальностей Казанского федерального университета и учащиеся лицея КФУ. Конкурс иностранных языков проходит в 4 языковых направлениях, которые наиболее популярны в стенах Казанского федерального университета. Это английский, французский, немецкий и испанский. В рамках конкурса разыгрываются 2 номинации для учащихся КФУ. Это «Полиглот» по 2 иностранным языкам и «Переводчик» по 1 иностранному языку. И 1 номинация «Юниор» для учащихся лицея КФУ. Это уже 13-й конкурс, он у нас уже стал традиционным, проводится каждый год. И основная особенность конкурса, которая отличает его от подобных конкурсов в других городах, это то, что есть номинация «Полиглот», когда участники конкурса могут соревноваться по нескольким языкам, то есть они показывают свои знания по 2 и даже могут по 3 иностранным языкам показать, на что они способны. ГЛОТ-2016, как всегда, проходит 2 этапа. Первый тур письменный включает в себя аудирование, лексико-грамматическое тестирование, понимание письменного текста на иностранном языке. А вот уже участие во втором туре проходит по отдельным номинациям. Так, в номинации «Полиглот» оценивается устное высказывание на 2 иностранных языках. Иностранные языки играют в жизни современного человека немаловажную роль. С их помощью мы расширяем кругозор, общаемся с жителями других стран, приобщаемся к чужой культуре, восходим по карьерной лестнице и по новому смотрим на окружающий мир. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюз.